В самом начале заседания депутаты утвердили повестку дня с учетом внесения в нее дополнительного 13-го вопроса. Первой была заслушанная информация начальника МОМВД России Уварский Алексея Попова о работе веренного ему отделения за 2013 год. Прежде всего, докладчик обратился к присутствующим. Хочу поблагодарить депутатов городского совета за поддержку и внимательное отношение к деятельности МВД. Ваши предложения и критические замечания позволяют своевременно вносить коррективы в нашу работу. В своем выступлении начальник полиции отметил, что криминальная ситуация остается под контролем. Основные усилия в работе были направлены на предупреждение и пресечение, раскрытие и расследование преступлений. Вопросом, на котором депутаты заострили внимание, стал проект решения о ходе исполнения городской целевой программы «Комплексные меры противодействия незаконному обороту наркотиков и распространению наркомании». Им был предложен обширный анализ работы, который проводится в этом плане. Заместитель главы администрации города по социальным вопросам Валентина Кобзарь остановилась на основных моментах. В текущем 2014 году мы впервые будем проводить, после того, как будут выработаны все методические рекомендации, тестирование школьников, обучающейся молодежи как раз на наличие наркотических веществ в организме. Это тестирование сейчас пока методика разрабатывается, поэтому в рамках программы мы заложили уже на этот год 75 тысяч рублей, которые будут подразумевать приобретение как раз вот необходимых тестов на определение трех видов наркотиков. В связи с тем, что с момента действия старой редакции устава города претерпевала множество изменений и дополнений, возникла необходимость утвердить его в новой редакции. В частности, рабочей группой были внесены поправки в статью 11. Разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории городского округа, реализацию прав национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных, межэтнических конфликтов. Еще одно решение городского совета касалось ходатайства о награждении четырех горожан почетными грамотами Тамбовской областной думы. Ирина Мерзлякова, Вадим Баласмин, «Наш город».